В Мирном продолжается программа «Еще не вечер» для пожилых жителей. Ее посвятили проекту «Активное долголетие 60+». Напомним, проект стартует в сентябре по инициативе Народного актива. Августовский месячник начался с акции «Час здоровья». Сотрудники КСК провели зарядку для тех, кому за 60. На стадионе «Триумф» пожилые люди разминали тело, суставы и делали дыхательную гимнастику. Пришло сегодня очень много ветеранов. Все рады заниматься, потому что дома этим не занимаешься. А здесь, на стадионе, когда показывают все упражнения, все стараются сделать так, как показывает тренер. У всех настроение прекрасное. Мероприятия для активных пенсионеров проводят каждый четверг августа в 15:00. 10 числа в ДК «Алмаз» для мирнцев проведут конкурс на развлекательную программу «Эх, ухнем». 17 августа в историко-производственном музее организуют экскурсию и познавательную программу «Шкатулка с самоцветами». 24 августа на стадионе «Триумф» сотрудники КСК снова проведут зарядку. А завершат месячник праздником урожая «Золотая осень».